воскресенье, 13 января, дворовая команда «Феникс» выступала на выездном турнире «Альфа Кап», который проходил в Москве. Ребята провели сразу три игры. Счет встречи «Феникс-Сениш» 1-3 в пользу соперника. Игра с командой «Легион» закончилась со счетом 4-1 в пользу электрогорской команды. А футболисты из клуба «Блэкпул» обыграли наших ребят со счетом 4-1. На турнире отличились Серафим Набиев, Владислав Мацков, Владислав Волокитин, Кирилл Табунов. Команда «Феникс» совсем еще юная команда и пока набирается опыта. И в планах у ребят принимать активное участие в таких турнирах. И не просто участвовать, а завоевывать призовые места. Тринадцатого января на ледовой арене имени Натальи Петрусевой в городском округе Павловский Посад прошла игра открытого первенства по хоккею сезон 2018-2019, дивизион 18+ любитель, между хоккейными клубами «Союз» Павловский Посад и «Боевое братство» Электрогорск. Счет встречи для команды «Боевое братство» оказался проигрышным 1-6 в пользу павлово-посадской команды. Единственную шайбу в ворота противника в третьем периоде забил Сергей Емелин. Лучшими игроками стали Андрей Афанасьев «Союз» и Сергей Емелин «Боевое братство». Три игры сыграла команда «Молния» на первенство района по хоккею с шайбой среди мужских команд сезона 2018-2019 года. В первой игре с командой из Павловского Посада «Кайманы» наши хоккеисты одержали победу со счетом 9-2. Во встрече с хоккейным клубом «Ракета» «Молния» проиграла со счетом 6-3. С командой «Эскадрон» проиграла со счетом 9-4. Первенство Павлово-Посадского района проходит, значит, из шести команд команды «Молния». Ну, в основном ребята, да, после 18 лет. Одному можно игроку играть 17 лет. Вот. А так в основном мужчины. 22, 23. Такие. Ну и есть ветеранчики такие, как песчаных карьеров. Такие, как Александр Владимирович Костин, Виталий Александрович Кабанов, Михаил Кабанов там. Значит, какие встречи уже сыграли? Ну вот мы сыграли три встречи, из них две проиграли, одну выиграли. Вот. Ну так, думаю, что в плей-офф мы попадем по-любому.